Летние каникулы для мурманских школьников идут уже почти неделю. Многие из тех, кого родители не отправили на все лето к бабушке, отправляются обратно в школу, в оздоровительный летний лагерь. Какой досуг приготовили для детей воспитатели и чем сейчас кормят школьников, выясняла наша съемочная группа. Занять школьников на время летних каникул для родителей задача не из простых. Отправить свое чадо на отдых за пределы области или под присмотр к бабушке может не каждый. Поэтому традиционно организованы летние оздоровительные лагеря на базе школ нашего города. В первую смену у нас принимает такие лагеря 8 общеобразовательных учреждений. Они расположены у нас во всех трех административных округах города Мурманска, включая новый район Росляково. Первая смена уже полностью укомплектована. Стоимость путевки в школьный лагерь по-прежнему составляет 1050 рублей. Эти деньги пойдут только на посещение дополнительных культурно-массовых мероприятий. За все остальное, включая питание, платит администрация города. Программа в лагерях разнообразная. Дети посещают по 2-3 мероприятия в день. Смена длится 3 недели. Сегодня, вот, например, мы были в детской, центральной детской библиотеке. Нам рассказывали о куклах, посетили пожарную выставку, где детям была возможность и полазить по машинам, и пообщаться с пожарными. То есть дни проходят очень насыщенно. Дети с удовольствием приходят, и в конце смены их даже бывает не выгнать отсюда, они хотят оставаться здесь еще дольше и дольше. Воспитатели во второй гимназии досуг детей продумывают тщательно. Помимо различных мероприятий, в классах дети могут поиграть в развлекательные игры. Твистер и Монополия – одни из самых любимых во втором отряде. К слову, номер отряда дети поменяли на название «Ежики» и придумали соответствующий девиз. «Ежик вперед глядит, ежик всех победит, ждет ежика всегда успех, ежиков отряд лучше всех, йоу!» Мы ходим в разные парки, мы узнаем что-то новое, ходим... В 19-м будем вот в аквапарк. Мне очень нравится в лагере, тут очень весело. Как утверждают организаторы, помимо интересных развлекательных мероприятий, походов в театр и кино, важную роль для создания благоприятного эмоционального фона создает качественное питание. Поэтому для школьников специалистами было разработано специальное летнее меню. Оно учитывает все потребности растущего организма. Сегодня на десерт ребятам предлагают черешню. Если посмотреть наше меню, то мы там увидим, что каждый день детей ждет новое блюдо. Это или обязательно мясное, или рыбное, это кисломолочные продукты, это овощные. То есть меню разнообразное, то, что мы не всегда взрослые даже можем позволить своим детям дома. Поэтому детям, конечно, все нравится. Всего провести время в летних лагерях смогут около 2000 детей. Как показывает практика, дети к таким лагерям неравнодушны.